Друзья, всем привет! Начинается 4-я смена моего городского лагеря. Все ребята в сборе. Совсем скоро начнем первую тренировку. Ну что, мы закончили разминку. Сейчас мы распределимся по зонам и начнем первую тренировку. У нас сейчас финал. Финал прошли Герман и Саша. Саша, считайся на камень, нож, сама. Кто проигрывает, начинает первым. Так, Саш, значит, Герман, ты начинаешь первым. Давай. Ну что, у нас закончился финал. Саш, знаешь, что самое интересное? В первой попытке Герман сделал всего 3 раза из 10, а мы тебе сказали, что он сделал 9. И ты сконцентрировался, и уже во второй попытке сделал 6. Ты очень хорошо показал себя. И, ну, чтобы Саша сконцентрировался, он же, когда он захочет, Саша все может. Все, Саш, ты выиграл, ты большой молодец. Поздравляем тебя. Первый конкурс, и ты в нем победил. Ну, давай опять. Оп. Герман, спасибо за участие. Совсем скоро будут новые конкурсы. Саш, что можешь сказать? В чем секрет хороших фейки? Правильно понимаю, концентрация? Секрет – это завтрак. Хороший завтрак, да? Нужно подкрепиться всегда. Это хорошо, да. Ну все, пока. Плотно, пельмени у меня 20 штук. Это для хорошей тренировки. Супер, супер. У нас сейчас закончился конкурс на фейки. В этот раз победил Александр Морозов. Сейчас мы направляемся за мороженым и обратно в скейт-парк. Секрет – это бариста. Можно с фокусом. Да, конечно. Артем сегодня первый раз съехал с квотера побольше. Показываю, как получается. Так, оп. Вот, давай еще одно. Давай, Артем, уже лучше. Давай опять. Молодец. Хорошо. Да, молния опять появилась. У нас буквально минут 40 назад было солнце, а сейчас, ну, вы сами все видите. Вот это я понимаю, погодка. Ребят, как вам погодка? Слишком хорошая, да? Мы подходим к центру настольных игр. Как видите, погода за 20 минут кардинально поменялась. Через 14 минут к нам приедет пицца. После этого нам привезут торт, свечи для именинника, точнее, для именинников. Вчера у Савелия был день рождения, сегодня день рождения у Савы. И как выяснилось, ко мне еще записался Герман, у Германа день рождения был позавчера. А потом, когда я ехал в машине, это обсуждал эту ситуацию, мне Артем говорит, а у меня 7-го день рождения. Получается, вот, если брать эти ближайшие даты, то 4 дня рождения подряд. Ну что, у нас готов торт. Саве исполнилось 11 и Савелию вчера 11.
вкусно, такой двойной торт, очень красивый. У нас промежуточный пункт, идем за мороженым и за водичкой. Времени заканчиваем первую тренировку. Ребята научились делать 50 в квотере, научились уверенно вкатывать, прикатались к подкату, отработали, как всегда, свои стабильные трюки. Сейчас еще будем пробовать новые трюки в скейт-парке в общественном пространстве «Песчанка», и там же будет конкурс на памп-треке. Сегодня с погодой все хорошо, плюс 2-4 градуса, небольшой ветерок, а вот завтра уже будет гроза. Мы сейчас начинаем конкурс на памп-треке. Савелий и Сава контролируют зону, чтобы к нам никто не заезжал. У нас первый Гоша, затем Миша, потом Герман, Саша, Федя и Артем. Что, ребят, вы готовы? Да. Все, желаю всем удачи. Что такое? Я третий. Ты третий? Ну, я по списку еще раз проверю. Так, Гош, скажи, когда будешь готов. Это наши победители. Саша показал время 23,46, а Сава 25,55. Молодцы, поздравляю. Оп. Ребят, как вам скейт-парк, скажите? Отлично. Очень хороший, мне нравится. Нравится? Что больше нравится, памп-трек или вот та зона? Та зона. Так, тебе памп-трек, да, больше понравился? Памп-трек. Обе зоны? Да. А мне там больше понравилось. Понял, хорошо. Федя, расскажи, как тебе скейт-парк? Топчик. Нравится? Какая зона нравится больше? Памп-трек или? Вон та. Там, где вылет, да? Там, где ты барспин поставил? Да. Артём, Остап, можно хорошо. С тобой сфоткаться? Конечно, можно. Сейчас или потом? Потом. Потом? Обязательно. Давай, давай. Саш, как тебе скейт-парк? 5-10 минут пятого. Ага, очень информативно. Спасибо, спасибо за ваш отзыв. Так. Вот-вот, продолжай вращение. Сейчас под собой было. Давай еще две ноги оставляем.
Вот. Молодец. Обращайся. Ну что, по времени будем заканчивать нашу тренировку. Сейчас поедем отдыхать. На самом деле, очень продуктивный тренировочный день. Ребята суммарно поставили около 8 новых трюков. Также многие ребята приехали и в первый, и во второй скейт-парк первый раз. Ну, я уверен, что этот парк понравился им больше. Завтра, по прогнозу, весь день будет дождь, поэтому мы сразу же поедем под мост на Пионерской, а после этого под мост Бетанкура. Всем привет! Сегодня у нас третий тренировочный день. Мы встречаемся у станции метро Беговая и едем в скейт-парк около Меркурия. У нас сегодня новенький. А, Артем Остапов? Да, привет, привет. Сегодня с вами у вас будет три Артема. Раз, два, ну и, собственно, я. Что, ребят, как настроение? Все хорошо? Я тоже Артем Остапов, я умею делать скутер фейки. Ну, похож, да, да. Артем, я когда слышу, что Леня Арбатский. Я умею VIP, а он только no food. Ну, кстати, да, да, согласен с тобой. Вчера по прогнозу погоды на сегодня обещали дождь утром, но, как видите, дождя нету. Поэтому мы сначала в открытый парк, после этого уже под мост на Пионерской. Закончили первую тренировку, сейчас идем обедать. По температуре уже не очень комфортно кататься, плюс 27 градусов, самое активное солнце. Как раз мы сейчас пообедаем и после этого поедем в скейт-парк под мостом. Артем, как тебе скейт-парк? У меня был первый раз. Мне понравилось, я научился с VIP хотя бы прям добирать по одному. Угу. Сейчас еще VIP будем с тобой добирать, да? В другом парке. Хорошо. Гош, как тебе скейт-парк? Нормально. Понравился? По 10-бальной оцени его. 10 из 10. 10 из 10, отлично. Ребята получили задание, сейчас распределились по зонам, обрабатываем трюки. Толкаем. Во. Давай пять. О, поздравляю. Во, молодец. Супер. Вот, 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 Мишань, давай, добирай. Чуть-чуть осталось. Во, отлично. Поздравляю. Сегодня четвертый день моего городского лагеря. У нас день активного отдыха. Мы приехали в развлекательный центр Мазапарк.
Саша, поздравляю. Ты победил в нашем конкурсе, получаешь у меня денежный приз. Саша, скажи, в чем секрет? Как выбить страйк? Нужно наблюдать за Артемом Остаповым. А, хорош. Нужно чувствовать, как Артем Остапов. Все, красавчик. Опять? Молодец. У меня приготовлен подарок для имениннику. Артема сегодня день рождения, и в ресторане нас ждет десерт со свечкой. Артем. Да. Это правда то, что вы? Это вы? Я не сплю сейчас. Ущипните меня, пожалуйста. Давай ущипнем. Ущипну. Оп. Это я, Артем Остапов. Здравствуйте. А это вы Александр Морозов? Откуда вы меня знаете? А вот. Я Илон Маск. Знаешь? А, да? Ну ладно. Сегодня у нас пятый и заключительный день моего лагеря. Мы тренируемся в скейпарке около Девяткина, а вторая тренировка пройдет в скейпарке в поселке Бугры. С погодой сегодня повезло, хотя 40 минут назад были вот такие тучи. Мы на месте, начинаем первую тренировку. Через минут 50 у нас будет конкурс, и после этого поедем во второй скейпарк. Необходимо найти свой самокат. Твой уверен, да? Все хорошо, ты проходишь следующий этап. По наклейкам понял? Наклейки, хорошо. Сейчас второй этап конкурса. Необходимо узнать свой самокат по звуку. Уверен, да? Так, третий самокат. Если передумаешь, дай знать. Так. Да, это мой. Уверен? Все, молодец. Проходишь третий этап. Да! Супер. Так, теперь Савелий самокат выбирает. Что, у меня с собой, как всегда, безмен, и я сейчас выберу самокат, которым будем взвешивать. Так, о, я возьму Федин самокат. Так, вес я зафиксировал. Сейчас кто будет ближе всех, тот и победил. Ну что, ребята, у меня есть все ваши варианты. Самое интересное, что в этот раз один из вас точно угадал вес самоката. Вес самоката 3550. Миша победил. Миш, поздравляю. Друзья, аплодисменты. Миша выиграл в нашем конкурсе. Первый конкурс? Ну вот, первый конкурс. Молодцы, ребят. Все, ребят, собираем вещи, идем в магазин, потом в второй скейпарк.
Мы приехали во второй скейт-парк. Скейт-парк поселки Бугры. Прикатываемся к парку, к вылету. Так, у нас есть памп-трек. Сегодня у нас будет еще один конкурс. Во, Саш, хорошо. Как тебе скейт-парк? Ну, хороший, я его видел, но я в нем не катался, но вот этот вылет, особенно этот, очень хороший. Понравился, да? Да. А на памп-треке уже катался? Да. Как тебе памп-трек? Очень хороший. Очень крутой? О, отлично. Савелий, а ты здесь первый раз? Уже, по-моему, второй. Второй. Нравится парк? Да, очень. Любимая зона есть какая-то? Вот этот вылет. Этот вылет, да? Ага. А памп-трек как тебе? Памп-трек вообще офигенный. Круто. Ну, конечно, там в этом... Как на песчанке? Да, в песчанке, ага. Там получше, потому что там больше есть места для разгона. Угу. Так тоже нормально. Хорошо. Сава, тебе как скейт-парк? Скейт-парк довольно интересный, но как уже заранее сказал Савелий, песчанка гораздо лучше. Во-первых, здесь очень маленький разгон. Очень плохо набирается скорость, надо более сильно вжиматься. В песчанке это более хорошо сделано. Есть такое, да. Памп-трек довольно хороший, мне нравится. Мне очень нравится покрытие на памп-треке, потому что там, хоть он и маленький, но тем не менее асфальт очень хороший. Да, согласен, он хороший. В этом плане. И сам, и самокат сам по себе едет, да. Да, да. Вот, а так, парк интересный, правда, что довольно далеко. И ну, лес что рядом, поделать? Потому что от него комары всякие летят вечером, еще что-то. Не а без так, этого. Да, так парк хороший, мне нравится. Готовы к конкурсу на памп-треке? Да. Все. Гоша, расскажи, как тебе скейт-парк? Ну, прикольный. Какая зона больше всего понравилась? Ну, стрит-зона. Стрит-зона, да? Там, где ты скольжение отрабатывал? Да. Готов к конкурсу на памп-треке? Совсем да, скоро готов. Конкурс. Все, отлично. Давай, желаю удачи. Сейчас у нас еще один конкурс на памп-треке, только уже в скейт-парке поселке Бугры. Необходимо будет проехать 3 круга и показать лучшее время. Первый у нас Герман. Что в этом конкурсе на памп-треке победил Миша. Миша, поздравляю, друзья, аплодисменты, аплодисменты Миша. Он оказался быстрее всех. По времени заканчиваем вторую тренировку, отрабатывали с ребятами скольжение, трюки на вылет. Также у нас был еще один конкурс на памп-треке. Сейчас у нас будет награждение, после этого свободное катание. Награждение тех, кто участвовал отдельно в конкурсах. Первый у нас Саша. Саша, ты у нас подходи, ты у нас выиграл в конкурсе на фейке. Да, получаешь от меня шкурку Лего. Конечно, можно, да. Ты получаешь от меня шкурку тренер. Да, поздравляю тебя. Получаешь от меня шкурку с болидом. Сава занял второе место, получаешь от меня шкурку с болидом и к нему сикерпак. Поздравляю. Шкуры уже с запасом, да. Да, спасибо, Артем Асапов. Все, поздравляю. 10 ваших промодельных шкурок, если не 20, я вас благодарю. Вы большой молодец. Спасибо, стараемся, вы тоже, Александр. Да. Давайте следующий скейт-парк будет проводиться у вас в Дубае. В Дубае? Ну, обсудим. Обсудим, все, да. Согласуем. Давайте, да. Савелий, ну что, это уже третья смена, правильно понимаю? Расскажи, как тебе понравилось? Да, очень понравилось. Всем рекомендую. Мне кажется, если вы пойдете в этот лагерь, вы точно пожалеете.
Потому что вы здесь минимум, я не знаю, ну, поставите очень много трюков. Наверное, даже за одну или две смены. О, здорово. Вот скажи, пожалуйста, какой скейт-парк тебе в этот раз понравился больше всего? Вот этот скейт-парк. Скейт-парк... парк Песчанка? Ага, да, так и знал. Так. Под Беденкура. И еще, наверное, этот... Не суть. Ладно, хорошо. Кому передашь привет в этом видео? Передаю привет Сави, маме и Вове. Еще и Диме. Все, хорошо. Отдыхаем. Федь, ты у меня был в лагере первый раз. Тебе все понравилось? Да, вообще. Оцени его по 10-бальной шкале. Вот, ну, 1000. 1000, отлично. Передай привет кому-нибудь в этом видео. Денису передаю привет. И так. Никите. И Никите, да? Да. Какой скейт-парк больше всех понравился? Больше всех мне Песчанка понравилась. Угу, понял, хорошо, да, опять. Я там первый барспин поставил. Да, помню, ты молодец. Спасибо. Гош, ты у меня в лагере был первый раз, тебе да. Все понравилось? Оцени все его по 10-бальной шкале. Миллион. Миллион? Да. Здорово. Кому передашь привет в этом видео? Передаю привет маме, папе, брату, двоюродной сестре, друзьям, дяде, бабушке, дедушке. Супер, молодец. Все, идем отдыхать. Артем, скажи, как тебе смена? Ну, очень, мне очень понравилось. Никогда не был на подобной смене по самокату. То есть первый опыт такой, да? Да. Какой скейт-парк понравился больше всех? Это мы были в воскресенье, там был очень крутой скейт-парк у Меркурия. Знаю, хорошо. Кому передашь привет в этом видео? Ну, моему другу Олежке с дачи и, ну, в целом, Глебу. Глебу еще? Да. Понял, хорошо, опять. Что, Герман, наша смена подходит к концу, тебе все понравилось? Да. Какой скейт-парк больше всех понравился? Песчанка во Всеволожске. Песчанка, хорошо. Кому передашь привет в этом видео? Маме, всем Санькам, Матвею и Владу. Все, хорошо, опять. Миша, рассказывай, какой раз у меня в смене? Ну, в этом году первый, в прошлом году был один раз. Понял, тебе все понравилось? Да. Кому передашь привет в этом видео? Всем родным и Рафаэлю Хаматурову. Что, какой скейт-парк больше всех понравился? Питанкура, наверное. Питанкура, хорошо, опять. Артем, ты у меня был в лагере первый раз, скажи, тебе все понравилось? Мне, да, понравилось. Оцени его по 10-бальной шкале. 10? Очень хорошо, мне понравилось. Но только жалко, что мало, 5 дней. Ну, я понимаю, да, может быть, неделя, а то некоторые 2 недели спрашивали. Скажи, пожалуйста, а кому передашь привет в этом видео? Я передам привет маме, папе и бабушке. Отлично. И про скейт-парк, скажи, пожалуйста, какой скейт-парк понравился больше всего? Под Бетанкура и Песчанка. Понял, что, да, опять... Саша, скажи, какой раз ты у меня в лагере? В своем лагере я уже 8-й раз. 8-й. Как я понимаю, тебе все очень нравится. Да. Да? Кому передашь привет в этом видео? Маме, папе. И кому еще? Все. Еще? О! Я все. Знаю кому. Я знаю кому еще. Давай. Марату Софиулину. Точно, точно. Можно узнать, какой скейт-парк тебе больше всех понравился? Вот этот скейт-парк, Буграк, да? Я больше не паркер. Больше не паркер? Ладно, хорошо, давай. Сава, расскажи, это какая смена по счету? Это уже моя третья смена в городском лагере. Угу. Все нравится? Да, все нравится, парки нравятся. Как мы ездим, все нравится. А какой парк больше всех понравился? Больше всех, наверное, Песчанка и под Бетанкуром. Под Бетанкуром, хорошо. Кому передашь привет? Передаю привет Вове, Савелью и маме. Все, хорошо, опять...